долго думал, в чем мое призвание. Кто я? Зачем я здесь? Так много отдельных кусочков, из которых складывается жизнь. Но только в этот момент мой пазл сложился. В эту секунду я понял, что сделал все правильно. И что выбранная профессия – мое призвание. Свой первый шаг я сделал, когда пришел в колледж на специальность информационная безопасность. Там появились верные друзья и отчетливое желание развиваться в области программирования. Колледж дал мощную научную базу. И к четвертому курсу мы уже продавали полезные приложения для мобильных через App Store и Google Play. Перед выпускным мы отправили резюме в одной из ведущих компаний по разработке мобильных приложений, и нас сразу приняли. Именно в этот момент я осознал свое призвание. Я должен менять этот мир к лучшему. Лишь один миг, последний удар по кнопке. Это 25-й кадр моего успеха.